Короче, я не знаю, на нас собака запалила. О, ничего себе, какая тут паутина красивая. Но это ладно, это полбеды. Ты посмотри. Это... Даже не знаю, для чего это. Ну, кирпич какой-то огнеупорный. Спасибо, чуть не воткнулся. Две. Получается уже две. Два щенка, короче, рыжих. Понятно. Короче, здесь много чего непонятного. Вот, допустим, вот это здание. О, из него вот почему-то вода течет. Как накапало. Ага, так ты смотри. Слушай, это гальваника, походу, какая-то. Не понял я. Ну-ка, давай пройдемся. Это какая-то ванная. Ванная с чем-то. И тут, походу, что-то нагревали. А масса еще работает. Во. Короче, какая-то ванная. Смотри, весь пол заделан кирпичом каким-то. Вот таким вот. Ага. Шамотным. Не знаю. Вот здесь вот что-то тоже выкапывали, видишь? Вот такой вот я провалился. Не только та больше была. А, так подожди, так там пространство какое-то. Да. Слушай, КамАЗ до сих пор работает. А они вот в этом здании. В каком? В этом. Потому что... О! Там... Я же говорю, мы идем по какому-то коллектору. А нам вот туда как-то надо попасть. Вот, видел это? КамАЗ-то как у ОМОНовцев. Угу. Окна в решетках. Угу. Что там? Не знаю, вон стоит КамАЗ. Но я что-то людей не наблюдаю. Вот. Ворот какие-то есть, но они закрыты. О, борт отзяла. А, или как там я обычно говорил-то? А, прикинь? Во, забыл я это слово. Я тоже, я его что сейчас вспоминал. Так, как же я там говорил, как же говорил-то? А, во, прикинь. Прикинь, еще какая-то железка. Прикинь, он, походу, бак половинчатый. Прикинь, вот сюда вот. Прикинь, я перепрыгнул. Прикинь, я тоже. Прикинь, я это заехал. Ничего страшного. Да, вот туда, прямо. Вот там и обходим. Да, вот как-то так сейчас и попытаемся пройти. Вот только я не знаю, как вот здесь опуститься. А, вот видишь, вот спокойно. Прямо спокойно. Так, что там за движение? Я ничего не вижу. Вообще. Слушай. В подвал? Походу, да. Надо до нее дойти. Не исключено, что это подвал. А может быть, просто и лестница на второй этаж была. Может, и все. Бля, собаки нас сильно палят, конечно. Кстати, весь этот завод. А вон, смотри, еще там под землю какой-то вход, видишь? Короче, весь этот завод, он
был с этими, с бомбоубежищами. И... Я, конечно, там работаю. Да? Так как грохот-то какой-то, вот дынь. Ну. Слушай, смотри. Тут еще провал какой-то в земле. Ты понял, да? Насколько здесь вообще все мощно было сделано. И мы под этим стоим. Да. Слушай, она куда-то туда тянется, тянется. Блин, я пошел вниз. Слушай, она пипец какая глубокая. Нифига себе. Офигеть. Я даже копаться лестницы не вижу. Я тоже не вижу, хотя вода, смотри, какая, насколько прозрачная. А фонарик у тебя есть с собой? Есть. Давай светанем туда. Доставай. Где, в большом? Да, в большом, где-то на самом дне. Ты их доставай сразу два, может быть, с помощью двух там сможем пробить их. Сейчас все равно убирать. Попробуй. Так, не понял. Почему так он не начинает работать-то? Попробуй другой. Не, она мутная. Я ничего не вижу там. А по лестнице вот так, да, веди. А вода, она, видишь, она в масле. А, все, я понял. Угу. Ну, блин, ты представляешь, короче, каких размеров это все. Ну-ка. Я просто под лестницу не могу заглянуть, но могу вот так руку протянуть. Угу. Так смотри, какой прикол, там вторая такая же. Да. Сейчас. Вот. А почему так они яркие? Так. Ну одна подсела, вторая нет. Даже так ничего не видно. Ну вот видно, вот по стенке она пошла. Ага. Ну максимум на метр, короче. И дальше ничего. Но я понимаю, что там метров 5, наверное. Угу. О. Вот так тут стена выглядит. Красочка. Следующую идем. Да, давай в следующую попробуем зайти. Да. Можно пройти там, нет? Только аккуратно. А, это эхо. А я думал, что хо-хо-хо. О, ничего себе. Смотрите. Видите? Провал тут в земле. И теперь сравните вот это. Поняли разницу? Жескать. Давай, погнали. Опять собаки палят нас. Слушай, а здесь фонари нужны уже, да. Там твой есть? На батарейке. Да, вот вытащи его. Вот.
Угу. Так. Ёк-макарёк. И смотри, свет приходит оттуда. Блин. Это дверь. Ты прикинь? Это дверь. Это дверь. То есть получается, а дверь минимум двухметровая. Да. Еще со ставнями не она лучше, чем 2 метра. Как получше видно. Вот видишь? Да, да, вижу. Пипец. По лестнице. Короче, там второй внизу этаж. Угу. И раз этот ты высокий, то там он такой же. Да. И это мы находимся между этажами. Угу. То есть там еще один этаж. Деревянные. Деревянные, как в СССР раньше были. Слушай, а здесь еще какая-то вентиляция вот была. Ее просто разрушили. И видишь, столб, в котором внутри что-то подавалось. Угу. Воздух там или еще что-то. Да. Если бы мы с той стороны зашли, мы бы даже никуда не залазили. Серьезно? Да. Поэтому предлагаю аккуратно, тихо обойти. Колеса зиловские лежат. Обходим? Да. Или ты залезешь здесь? Я могу залезть. Я пошел, я не залезу. Точнее, я залезу, но я потом не спрыгну. Там? Да. На тогда, тебе. Я пошел вокруг. Ты к этому выходу подойдешь? Да. Ага. Я здесь не залез. Так, здесь кто-то спал в кроватке. Здесь вообще двухэтажный. О, ясно, туалет. Нифига себе. Ключ разводной советский. Резина хорошая. Да. Причем все такие баллоны хорошие. Ага. Что у нас тут по углам-то? Там все выходные, которые стали. Смотри, фильтр. Новый. Угу. Масляный причем. Угу. Вот какая у нас интересная страна. Это походу на улицу выход. Угу. О! Вот отсюда должны были заходить, наверное, мы. То есть, если бы мы всю эту комнату обошли бы, а мы ее обошли, то вот здесь был вот такой вот деревянный забор. Вот такая вот старая колючая проволока. Советская, конечно, должна быть. Да. И у нас 2, 3, 4. Три этажа. Видишь? О, смотри, какая интересная штука. О, это на этот вешается, на какого?
Это чтобы две трубы закрепить вместе. Понял? И, а можно их сделать под 90 градусов, вот так вот. И у тебя будет уже одна труба так, а вторая уже будет вот так идти. Стеллажи из них хорошо собирать. Хороший крепеж. Вот. В здании было 380. Кабеля все повырваны. Все поломано. Не может быть. Сейчас мы как раз сверху и посмотрим. И, кстати, есть вероятность того, что... О, слушай, а там еще одно какое-то разрушенное здание. Как-то я неосторожно хожу. Нету. О. Тут когда-то кипела жизнь. Показывай. А, нет, тут новый, блин. О. Механизм. Короче, краска. Мне кажется, пытались посмотреть, там посмотреть. Это гипсокартон, да. Тут отдельно, видишь, комнату тут делал. Вот. И, скорее всего, вот это тоже. Ну, видимо, помещение сдавали в аренду. По телефону там с кем-то разговаривает. Это маленькая комнатушечка. Тут коврики лежали. Что-то уютное здесь было. О, ничего себе. Я чуть глазиком не наткнулся. Ты-ры-ры-ры-ры. Вот стригли здесь.